Особый противопожарный режим с 23 по 31 августа введен в МРИЛ согласно постановлению правительства республики. На этот период личный состав подразделений пожарной охраны перейдет на усиленный вариант несения службы, будет вестись патрулирование населенных пунктов. Согласно данным Гидрометцентра России, МРИЛ, ровно как и всем регионам Приволжского округа, сейчас присвоен средний, желтый уровень пожарной опасности, указывающий на то, что установившаяся погода несет потенциальную опасность. По предварительным прогнозам, жара сохранится еще в среду. Четверг, а уже с пятницы ожидается небольшое снижение температуры до плюс 22-24 днем.